Безупречность с головы до ног. Услугами косметологии в наше время пользуются почти все. Но вот звездам быть идеальными нужно 24/7. Помочь в создании идеальной внешности может врач НИИ косметологии и дерматологии Алматы Саадат Джураева. Она, как никто другой, знает, как выглядеть на все 100. Ведь в ее врачебной копилке только довольные и счастливые звездные клиенты. А вот интересно, отличаются ли медийные личности от обычных пациентов? Саадат Шакировна сама ответит на этот вопрос. Медийные личности – это обычные люди, как и все остальные. То есть говорить о том, что они чем-то отличаются, нет. Есть среди обычных людей звездные люди, да, которые хотят к себе очень такого пристального гипервнимания, да, хотят, чтобы только занимались им и сейчас, и занимались дольше остальных. Есть люди-звезды, которые очень просты в общении, с ней легко работать. Она всегда воспринимает любое лечение как правильным и даже не спорит. То есть ты радикал в ее глазах, то есть твои знания и опыт она подтверждает своим доверием. Что ж, доверие пациента – это самое важное в работе врача. А вот какими же бьюти-процедурами пользуется звездная телеведущая, узнаем прямо сейчас. Прямо сейчас я сделала процедуру, она называется Кума, помогает избавиться от лишних жировых отложений в локальных зонах. Я делаю себе лично ноги. Также непосредственно у Саадат Шакировны я делаю нити. Очень многие почему-то опасаются этой процедуры. Вот я наглядный пример того человека, который делает эту процедуру, безумно доволен, счастлив. Я делаю себе гиалуроновую кислоту, делаю увлажнение биоревиталом. Очень нравится мне тоже эта процедура. И, ну, собственно, по-моему, все. Я с удовольствием хожу. Мне очень нравится. Я довольна и качеством процедуры, и отношением к пациентам. То есть мне очень нравится. Стоит отметить, что в Институт косметологии приходят не только за красивым лицом и стройными ножками. Звездные красавцы, например, бегут еще и за идеальным прессом. Фима Иванов не стал исключением. Я убираю себе живот. Это часть, та часть, которую, ну, вот очень тяжело убрать. А кушать хочется все. Для этого я хожу сюда и занимаюсь в спортзале. У меня сюда огромное количество знакомых моих ходило. Потом я сюда попал, потом я своим знакомым рекомендовал. Ну, кого-то, знаете, как сарафан. Говорят, приходи, там хорошо. Селебрити плохого не посоветуют, но только вам решать, кому доверять. Сделайте правильный выбор, чтобы потом в зеркале видеть самого идеального человека.